Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, малогвардейцы! Ассаламу алейкум, Кавказ! Поздравляю вас с открытием федерального форума «Кавказ-2020». Это первый форум. Форум «Кавказ-2020. Территория развития». Развитие сильной, мирной России. Я точно знаю, я убежден, что сюда приехали сильные, творческие люди. На Кавказе сегодня очень сильные и эффективные руководители. Но хочу напомнить, что сила успеха личного и национального зависит от нас, от дружной, сплоченной команды молодых политиков, управленцев, волонтеров, творческих изобретателей. И как нигде на Кавказе, испокон веков, из поколения в поколение передают одну истину, что сила в единстве. Процветает наша страна, процветает наш Кавказ. Вместе победим! Вместе победим! Спасибо, Грана. Мне всегда казалось, что...